Строительство полным ходом. Для разработки архитектуры привлекали голландское архитектурное бюро «Дром». Специалисты подготовили планировки, фасады и мастер-планы кварталов. Они предложили нестандартные для Барнаула подходы, в том числе использование разного материала на фасадах каждой блок-секции, формы и цвета окон. Они для нас разработали полностью планировки, фасады, мастер-план для квартала, для первой и второй очереди. И они нам предложили как раз использовать несколько нестандартные подходы. Особенность архитектуры заключается в том, что у нас используется разный материал на фасадах, то есть практически нет блок-секции или корпуса, который похож на другую. То есть здесь мы используем как разный кирпич для отделки фасадов, так и декоративную штукатурку разных цветов. Дома поделены на два мини-квартала. По периметру расположен фронт и секции повыше, создающие границу между улицей и внутренним миром жильцов. За ним общественная зона. Внутри двора полуобщественный вход по ключ-картам. Там и расположены те самые урбан-виллы. Новых жильцов ЖК «Долин» будут ждать террасы для отдыха, площадки для детей, спортивные зоны и подземный паркинг. Комплекс «Долин» ответственно подходит к решению поставленных задач. Мы изучали опыт других застройщиков, других городов, прежде чем, прям окунуться с головой в эту историю. Соответственно, как бы посмотрели, как уже люди делают, переняли опыт, и успешно будем его применять. Главная сложность, но и в то же время эстетика, безопасность – это панорамные окна. И главное отличие от всех других окон – габариты, конфигурация и фурнитура. Панорамное остекление редко применяется в Барнауле, и то только на балконах и лоджиях. Здесь же оно используется в жилых комнатах. В первую очередь это эстетическая история, да, то есть людям, конечно, интересно смотреть панорамное остекление. К этому располагает в первую очередь и локация, да, то есть мы находимся в одном из, скажем так, спальных популярных районов, да, и, соответственно, хотели здесь предложить людям то, чего, собственно, еще нет пока в городе, даже в центре, скажем так, не всегда архитектура соответствует локации. То есть здесь именно хотелось какую-то изюминку внести именно в эту локацию, в этот квартал. Мы обратились в одну из самых надежных компаний нашего города, это компания «Акто». Соответственно, с ними сейчас уже ведем работы по остеклению. Компания «Акто» – одна из самых современных и технологичных компаний с крупнейшим в Сибири автоматизированным производством и сильным конструкторским бюро, что позволяет реализовывать проект любой сложности. Именно поэтому «Долин» работает в паре с «Акто». Сложность объекта заключена в его многогранности. То есть там применяются разные технические решения, в том числе применяется вклейка стеклопакетов, применяется, что позволяет увеличить ее эксплуатационные характеристики. В профильной системе «Геолан» применяется инновационная технология. С помощью специальной ленты стекло вклеивается в створку. Это позволяет сделать большое окно надежным. Огромным плюсом является и тот момент, что окна доставляются на объект уже в специальной защитной упаковке. У нас используется безопасное остекление, о чем я уже сказал. То есть ГОСТ не требует выполнения данного требования по безопасному остеклению, но застройщик максимально заботится о конечном потребителе, используя там безопасное остекление в витражах, в пол. Специальное стекло триплекс установлено в окнах там, где это необходимо для безопасности. Оно позволяет выдерживать большие ударные нагрузки, а в случае разрушения удерживается на поверхности пленки. Защита окон будет и при ремонте, и при строительстве. Они прикрываются специальной пленкой, ее снимает уже сам владелец квартиры при въезде. А «Долина Семенова» использует красивые нестандартные цвета – медно-коричневый, жемчужно-бежевый и оливково-серый. В других новостройках Барнаула такие интересные оттенки еще не применяли. Есть сложные цвета под кирпич, то есть решения такие цветовые, они больше направлены на то, чтобы создать облик дома, фасад здания максимально красивым. Окна «Долина Семенова» отличаются от других обычных. Стандартных используют более узкие створки. Их система позволяет увеличить размер створки, сохраняя при этом эксплуатационные свойства до 2 метров 20 сантиметров в высоту при стандарте 2 метра и в ширину 900 миллиметров при стандарте 700 миллиметров. Это новое решение. И застройщик уже пошел на риски. То есть он еще сам не понимает до конца, как бы, бюджет, да, там, насколько это будет успешно. Это очень круто, когда человек готов рисковать, ввязываться в это все, да, а не цепляться за проверенные решения. Вот. Мы со своей стороны помогаем, чтобы эти решения были надежные. ЖК
Долина Семенова, в отличие от других объектов, имеет огромное разнообразие форматов окон. Если в классическом доме не более 30 типа размеров окон, то здесь их порядка 140. Тем самым новые жильцы могут не переживать за свой вид из окна и их надежности. И самое главное, наслаждаться жизнью в уютном комплексе «Адалин» и видом из окна.